Бардак на заднем плане, вообще не обращайте внимания. Я была сегодня в золотом яблоке. Обычная ситуация, потратила деньги, но в основном я искала подарок. Да, Умка. Я еще собаку успела помыть. Вообще, я просто хочу показать свой пушистый труд. Вот он тут стоит, сидит, тусит со мной. Помимо того, что я купила кое-что себе по мелочи, так я еще купила подарок своей подруге. Умка, я просто тут еще одновременно хлебцы ем. Ей прям очень хочется. Давайте, наверное, начнем с того, что я купила своей подруге. Это называется «Спящая красавица» Organic Shop. Это вот 5 таких вот баночек прекрасных. Тут у нас моделирующий крем для тела, подтягивающий крем для тела и груди, ночной крем для тела, лиловый сонник, название прям вообще, увлажняющий крем для ног «Хурма не вяжет хурмашьё». И питательный крем для рук Акуна Банан. В общем, это вот такой вот набор. Это будет такой вот ей подарок, чтобы у нее был нормальный сон. Потому что, зная мою близкую, любимую подругу, она ни хрена не спит. Точнее, спит, но плохо. Нет, у нее сон лучше, чем у меня. Это единственная хорошая новость. Но все-таки немножко не то. А теперь поговорим о покупочках лично для меня. Короче, начнем с масочного отдела, наверное, вот так. Масочка на тканевой основе с экстрактом икры. Мне очень стало интересно. Плюс, ну, такая милая девушка на картинке. Почему бы нет? О, давай, иди к Саше. Иди к Саше, иди к Саше. Сестра пришла. Собака оживилась. Ну ты же можешь выйти. Все, молодец. Сыворотки. Одна это сыворотка с лифтингом. Секрет улитки и коллаген. А вторая это сыворотка для упругости и эластичности кожи. В общем, вот такие вот у меня три, скажем так, вещи из масочного отдела. Смотрим, что будет. Но я купила, мне понравилось. И я взяла маленький такой формат геля для кожи, гель-крем это такой. И мне интересно, потому что фирма дорогая, фирма, я так понимаю, уходит в люкс. И как бы вот такой вот маленький объем, это единственное, что я могу себе позволить за такие деньги. Следующее, это как раз уже декоративка, это единственная декоративка в моем покупанном холле на данный момент, боже мой. Это пупа. И это как раз самая дешевая версия туши от Пупы, еще со скидкой, там за 189 рублей, кажется, 190. Вот, и обычная тушь Пупа. Посмотрим. Моя тушь от Стеллари, мне кажется, уже сдохла, потому что она была куплена в августе, а уже январь. Уже пора, мне кажется, ее выкинуть, потому что туши живут там что-то 3 месяца. Вот, и я купила себе новенькую Пупу. Ну, не знаю, мне так название нравится просто. В общем, вот, это все мои покупочки. Просто забавный такой мини-хол получился. Неожиданный. Я это называю нелепая упаковка подарка. То есть тут раз, два, три ленточки. И еще вот такой бантик. Ну, нелепая упаковка. Здравствуйте. К вашим услугам.